14 апреля 2024 год. По поводу атаки Ирана на Израиль, прямой атаки и перманентной способности украинцев пессимистить по любому поводу. Это не значит, эта атака не значит, что теперь больше мировых ресурсов уйдут на помощь Израилю для того, чтобы он противостоял Ирану. Израиль одна из самых высокотехнологичных стран в мире. У Израиля вполне достаточно и мозгов, и технологий, и людских ресурсов для того, чтобы, блин, противостоять, блин, Аркастану номер два. Понимаете? То есть то, что Иран наносит, а такие массовые атаки производит по Израилю, говорит лишь о том, что меньше ресурсов будет передавать ему Рашкастану. Понимаете? То есть, я не понимаю, как вы, по-моему, тут некоторые люди просто, даже если завтра Господь Бог, там второе пришествие совершится и скажет, все, все враг, начнут украинцы расстраиваться, блин, а я зря тогда ремонт, что ли, делал, понимаете? Ну, честное слово, вы просто осознайте, что произошло, да? Теперь ресурс, то есть ось зла вот эта, вот она, которая была там во Второй мировой, ось зла, сейчас она сформировалась, ну, в Третью эту мировую, будем говорить так. Это вот этот вот... Как ты про Советский Союз что-то метно сказал? Верхняя вольта с ядерными ракетами, да? Вот это Нигерия в снегу, как основной заводила. Потом идет Северная Корея и, это, и Иран. Ну, плюс еще Южная Пюрея, блин, с этим пюрером усатым. Ну, то можно не считать. Это такой аппендикс какой-то первый. Сейчас... Ну, люди, я надеюсь, что наконец-то люди отупляться, посмотрев, как Иран себя ведет, посмотрев, как Россия себя ведет, ну, в дополнение к тому, как Россия себя ведет. И уже это происходит. Помогают же, правда, Украине, там, евреям, там, Израилю, там, помогать, не то, что там особо не надо. Вы посмотрите, даже в этом пакете помощи, который полгода уже Америка не может принять, там на потребы, на нужды Израиля идет вообще там совершенно незначительная какая-то часть. Абсолютное большинство идет именно Украине. Непонятно почему, мы гораздо там, как страна, беднее. И глупее в том смысле, что россиян братьями считали. Ну, кстати, россияне тоже, так же и в доверии к этому Нетаньяху. Яху, да? Яху — это, по-моему, Свифта, Джонатана Свифта было. Самые тупые какие-то эти Яху. Глупцы, обалдуи, ничего не знающие охламоны. Если вы полезете в поисковик Яху и произнесете несколько раз Яху, 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 узнаете, получите ответ на свои данные. Ушел вообще в сторону. Короче, ребятки, то, что сейчас произошло, то, что Иран попытался там напасть впрямую, впервые за всю историю, за все свои 40 лет, с тех пор, как они надели на своих же бедных женщин паранджу, то есть это сыграет Украине только на руку. Сейчас просто все, выбачаюсь, просто все играет Украине на руку. Понятно? Стараемся выжить, стараемся перебить как можно больше этих орков. И все будет Украина, не переживайте, серьезно.